Эта сказка называется «Добрый», потому что в ней можно участвовать и менять ее. Вам будет казаться, будто нейрокот знает сказку, которую рассказывает. Но это не так. Ему все равно, каким будет ее сюжет. Но это же добрая сказка. Она зависит от того, какими будут ваши действия. Это были самые красивые картины, которые вы когда-либо видели. Повсюду лежал чистый белый снег, и даже деревья были красивые и украшены снежной позолотой. Вокруг тишь да гладь. И вдруг за окнами что-то произошло. Сначала все думали, что просто мороз, но нет. Происходит что-то новое. И когда начался бой курантов, все растерянно смотрели друг на друга и не знали, что делать. Продолжение доброй сказки уже там. Там, за дверью, за стеной, в фойе и на улице, в метро и в магазине, там, где живут ваши друзья. Вы, наверное, уже догадались, что в этом мире живет и ваша сказка. Она ждет вас.